Привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Это у нас инкубатор, и здесь полным ходом идет рождение гусят. Наклев. Половина уже почти вылупилась. Осталось еще совсем чуть-чуть подождать. Вот такие маленькие измученные крохи рождаются. Им тяжело преодолеть такое большое препятствие. Очень толстая скорлупа. Пойдемте посмотрим, те, кто уже вылупился. Идем в сарайчик. В сарайчике в брудере у нас находятся гусята, которые только что вылупились. Пойдемте посмотрим, как им там. Так, заходим сюда. Смотрим. В брудере лежат мокренькие еще, не высохшие гусятки. И такие красавцы. Красавец-то. Ножки темненькие, клювики темненькие. Это большие серые гуси. А еще в сарайчике у нас находятся цыплята. Малышня. Тут разные цыплята. И от домашних курочек, и от с покупных яиц. Вот эти маленькие черненькие породы плимутрок. Так, сейчас поймаем какого-нибудь. Они такие маленькие-маленькие. Стой, стой, стой. Малыш, не бойся. Не бойся, маленький. Вот. Ну, тут лежит у меня индюшонок. Я ему уже как только ноги не связывала. А он все равно. Так надо потом его подлечить. С ножки склеить ему. Так. Ну, такая шумная, веселая ватага здесь. Разница у них небольшая. Тут с разницей в неделю находятся цыплята. Те, что побольше, вылупились чуть пораньше. Те, что поменьше, вылупились недавно. А еще здесь внизу находятся бройлеры. Вот такие бролики. Сегодня взвешивала. Вот этот уже 1,5 килограмма. Такой мощный, здоровый. Рост 308. Пойдемте посмотрим других гусят. Идем в старый дом. Здесь оборудовано помещение. Вот такое для маленькой живности. Здесь очень тепло, как в бане. Работают включены вот такие красные лампы. Еще работал инфракрасник. Сейчас я его выключила, потому что очень жарко. А вот и гусятки, которые уже обсохли. Я их пока поместила на кусок обоев. Обои вот так подцепила. Сделала такую ванночку, чтобы они не лазили везде. Вот они, красавцы. Ну-ка, покажись, какой ты красивый. Вот. Вылуп у нас начался вчера вечером. И сегодня вот сколько тут их, не знаю, не считала даже. Пока не считала. Малыши. Корм насыпала так опять, чтобы они клевали его и кушали. Воду пока не дала, чуть попозже. Воду буду давать с чиктоником. А вот сюда переселили индюшат. Индюшаты родились 6 апреля, а сегодня 18. В среднем весят они по 250 грамм уже. Очень любопытные товарищи. Да, смотри, смотри. Очень такие общительные птички. Как к ним подойдешь, они сразу подходят. И изучают, что же там мамка принесла. Да?
Кормлю я их стартом для индюков и пою водичкой. Сейчас водичку уже ничего не добавляю. В первые дни поили чектоником и витом давали для нормализации желудочно-кишечного тракта. Какие любопытные такие у них вот шишечки на голове маленькие. Важные вы, важные, да, такие. Ох, летчики. Здесь им просторно, тепло и хорошо. Кто-то, кто замерз под лампочкой, сидит, а остальные все бегают. Состояние у них отличное. Чувствуют они себя прекрасно. Так, пойдем посмотрим утят. В третьем отделении находятся утята. А эти трусливые товарищи. Ну-ка, иди сюда, малыш. Покажись нашим зрителям. Вот такой замечательный утята породы Черривелли. Это бройлерные утята. За 45 дней они уже вырастают до товарного вида. Вот такие крошки замечательные. Очень симпатичные. Как с картинки. Их тут почти 100 штук. Кому интересно, можете посчитать. Так, встаем. Кормлю их тоже кормом ПК-5. Тоже постелила обойну. Насыпала корм первоначально, пока они были только заселены. Сейчас уже тут и опилки, и корм, и все подряд. Корма наложила несколько тарелочек, чтобы им было удобно. Кормушки никакие пока приспособить не могу. Первый день я давала им ПК-5, растворенный с водой, чтобы не подавились на всякий случай. А сейчас они уже употребляют все в таком виде, в сухом. Ну и еще, естественно, водичка. Сейчас покажу, как мы тут понастроили. Подальше отойду, чтобы было видно. Вот получается такая старая изба в старом доме. Здесь печка. Я ее топила дня 2-3, чтобы просушить дом. Вот. И сама изба разделена на 3 отсека. И четвертый еще отсек есть, в котором я стою. Ну, это на всякий случай. Потому что птичка вырастет, и мне надо будет куда-то ее размещать. Часть индюков у меня уже приобрели. И осталось еще... По записи часть. Ну, люди хотят подрощенных индюков. Боятся маленьких брать. Хотя, в принципе, никаких особых сложностей с ними нет. Водичку надо налить уже. Вот. Такая поилочка. Все. Живность показала мелкую. Сейчас пойдем посмотрим курочек. Так, идем к курочкам. Открываем дверочку. Вот они, мои куры. Привет, девочки! Как дела? Сколько вы сегодня яичек мне снесли? Сейчас посмотрим, проверим. Петухов у меня очень много. Оставила самых красивых. Вот такой красавец. Еще один красивый. Вот еще красавец прям бежит. Прям у них все переливается. Еще такой здоровенный. Это петух Брама. Так, а где у меня красивый петушок? Как из сказки. Вот он. Мне очень нравится вот этот петушок. Ты где там лазишь? Покажись. Покажись. Ну, прям сказочный такой петушок. Так, кто там воюет? Кто там воюет? Куда побежали? Что это они так делают? За девушками охотятся.
Так, проверим, сколько же яичек у нас курочки сегодня нанесли. Так, заглядываем. Одно гнездышко. Считать не будем. Кому интересно, посчитайте. Второе гнездышко. Достаточно сегодня яиц снесли. Так, а здесь у нас во второй части теплицы находятся уже подрощенные цыплята, которые родились в январе. Это уже остатки. В основном остались петушки. Так, девочки, мальчики, ну-ка двигайтесь. А вот там в уголочке забились птенчики Ломан Брауны. Посмотрим. Вот они. Что вам, холодно, что ли? Лампочку повесить вам. Вам лампочку повесить. Вот. Это Ломан Браун. Только что-то расцветка у них такая бледненькая. Еще раз повторю, расцветка бледненькая такая. Ты что, меня кусаешь, что ли? Ты что, меня? Опа. Вот они не боятся меня. Да? Ну-ка. Покажись. Посмотри на нас. А это курочка. А это боится. Стой, стой, стой. Вот это цыплята январские. Тоже из домашних яиц. Ну-ка, ну-ка. У них еще пушок остался. Вы что, клюете меня, а? Клюете. Говорят про Ломан Браун, что темненькие это курочки, а светленькие это петушки. Хотя вот посмотреть, вроде как тоже курочка. Замерзли. Нужно им сюда принести красную лампу. Да? Что ты меня кусаешь? Кусаешь меня. Давай. Кусай. Ох, тут еще кто-то меня снизу кусает. Здесь еще находятся куры такие хохлатые. Я их отсадила отдельно. Хочу собрать от них яйца. Русские хохлатые куры. Вот, ну-ка. Ну, еще парочка брам. Здесь тоже сидят. Вот у них спинка вся выщипанная, поэтому мне стало жалко, я их посадила отдельно. Вот какой петух брама. Здоровенный, огромный. Попробую погладить. Ну-ка. Так, детки, отойдите. Дайте пройти. Отойди. Так. Видно вам моя ладонь и петух. Просто монстр. Еще один красавец. Так, ну тут охота за девочками опять началась. Так, ну и кролики еще тут наши. Кролики. Жуют травку. Да? Травку жуете? Жуете травку? Так, это мусор. Давай, поглажу. Не бойтесь. Не бойтесь. Сейчас маленьких посмотрим. Есть у нас еще малыши. Так. Вот здесь находятся малыши. Видно? Такие они маленькие. Маленькие. Сначала они черненькие, а потом становятся вот такие серебристые. Красавцы. Так. Здесь у нас система поения. Вот такие поилочки для кроликов. Баночка 5-литровая установлена. И по проводкам поступает водичка. Вот так кролики пьют. Пей-пей. Что, нет воды? Есть вода. Так. Ладно, сейчас проверим. О! Вы видите, что здесь? Яйцо. Кто-то снес яйцо. Вот здесь. Надо будет забрать. На этом заканчиваю свое видео.
о нашем небольшом хозяйстве. Так, всем пока-пока. До скорой встречи.